Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак Норбу. У кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. Мы с вами в техническом музее, нам надо добыть тарелку для нашего друга Тридог Найта и спасти его радиостанцию. Так, опачки, вот здесь у нас ходит огромная туша, которая меня заметила почему-то. Какого-то хрена. Вот ему в кочерышечку. Ой-ой-ой-ой-ой, там второй бежит. Отошел. Блин, я-то тут прятаться не могу. Ой-ой-ой. Что такой косой-то ты? Тихо. Хе-хе-хе. Пока он мне эффективнее попадает, чем я. Хорошо. Хорошо. Блин. Так, сразу немножко подлечимся. О, кстати, Грок Варлер. Так, холодное оружие на один. Я тогда искал его и не нашел. Надо запомнить, что он в помощь уходит. Так, мясо съедим. Шашлычок съедим. Систимуляторов. Так, пиво. Где-то у меня еще было, по-моему, пепсикола, это нет, нету ее. Так, оружие. Выкидной нож, бейсбольная бита, пистолет, нет патронов, граната. Вот китайский автомат давай. Да, заплачу. Все. Оплата безналичная. Так. О, как вы хорошечно упали. Так, патроны, мясо, муравьиное мясо. Хорошо. Выйти. Е. Так, патрончики, мясо. Ой, блин, охотничье ружье взял. Ну ладно, если что, починим. Так, берем сразу оружие. Охотничье ружье. Ремонт. Все, отлично, починили. Так, самолет у нас видно тут первый, видимо, братьев Райт. Так, медицинская маленькая кнопка. О, терминал. Так, добро пожаловать в технический музей. Спасибо простаку, система улучшена. Так, путеводитель повысь, билеты на Гигантск Макс. Расписание может быть заменено, так, от страха, так, все понятно. Что вот еще есть 0-0. Привет, Джикс. Я наконец-таки нашел хорошее место, чтобы припрятать твою часть добычи. Добрался таки адски трудно, но я смог. Я оставил хлебные крошки на некоторых терминалах и компьютерная безопасность. Просто анекдот. Выполни последовательность действий и все в шоколаде. Но сделаешь ошибку, и система будет заблокирована. Позже встретимся в обычном месте. Удачи, простак. Странно. Так, робототехники выставка. Так. Здесь так, видимо, ага, понято. Это какая-то их информация. Ладно, ничего интересного. Добавлена заметка «Тайник в техническом музее». Понято. Ну-ка, кстати, тайник. Заметки. А, ну это вот то, что мы прочитали с вами. Понято. Будем смотреть по сторонам, может, найдем. Так, это у нас заблокировано. Тут у нас больше ничего такого нету. Ага. Взять. Хорошо. Карандаш. Нет, карандаш мне не нужен. О, вот это нужно. Так, что тут еще есть? Толкан. Ну, пустые, как всегда. Так, это тоже толкан. Не знаю, зачем-то проверяю все это. Толканы, мало ли что. Так, чудо-клей, вантус мне не нужен. Все-таки интересно, чтобы по музею побродить. Ё-моё. Вот это трэш. Искалеченная рука. Вы серьезно? Подожди. Страшно идти, блин. Давай еще здесь пошаримся, на втором этаже. Интересно, что тут. Это, кстати, были какие... Ну-ка.
Винтовка Springfield. Капсульная винтовка Springfield образца 1861 года была стандартным оружием пехоты времен гражданской войны в США. Это модульно-зарядное ружье стреляло пулями менее 258 калибра, что означало переход от традиционного ударно-кремниевого замка к капсульному типу воспламенения. За время гражданской войны было изготовлено около миллиона таких винтовок. Эта экспозиция, представлена Международным музеем оружия, демонстрирует различные типы оружия и боеприпасов разных времен и народов. Ну, ее, собственно говоря, тут нету. Мол. Это я тут ушел. Так, это что такое? Это... это единственный известный прототип магнитно-рельсовой пушки X-277 Viper, разработанная компанией Westech для вооруженных сил США. Также известна как рельсотрон. Питание от энергетических батарей. Оружие выстреливает костыль из обедненного урана сквозь несколько магнитных колец, что позволяет разогнать его до огромной скорости. Проект был закрыт в 2044 году по причине крайней дороговизны оружия. Эта экспозиция представляет международный раз приемный народов. Прикольно. Так, а это что? Возможно, самое знаменитое оружие в современном военном арсенале США – штурмовая винтовка М-199, заслужила свое прозвище «Ответчик» из-за необычного звука, издаваемого затвором при выбрасывании гильзы. Питание стандартными патронами 5,56 мм. М-199 стоит на вооружении армии США в настоящее время. Это экспозиция ля-ля-ля. Понято. Прикольно. Так, пойдем на второй этаж сходим. Это что? Флаг крейсера Эбон Атл. Этот флаг был поднят с места гибели ракетного крейсера Эбон Атл, затонувшего у берегов Аляски в 2006 году вместе со всем экипажем. Суперсовременный боевой корабль был пущен ко дну ядерной торпедой с американской подводной лодки «Интерфейс» во время анкоридской операции. Экипаж субмарины в условиях радиомолчания принял крейсер за вражеский корабль и потопил его раньше, чем получил визуальное подтверждение. Это одна из самых трагических событий в истории флота США со времен Второй мировой войны. Понятно. Не. Ну, немножко узнаем альтернативную историю, так сказать. Потому что, в принципе, информации мало. Ага, это вот, по-моему... Компания Voltec представляет новую линейку подземных убежищ на основе нашей запатентованной технологии 3S. Вот и пересрал. А, это какая-то экспозиция по убежищам, да? Подожди. Экскурсия. Так, путеводитель, ну это все то же самое, да? Ну да. Понято. Я еще тут не дочитал, это что такое? Это личное маскировочное устройство Стелбой фирмы Робко, модель 3001. Разработанное Робертом Майфауэром, Стелбой генерирует модульное поле, модуляционное, которое передает отраженный свет от одной стороны объекта на другую, что делает носитель практически невидимым для нетренированного глаза. Хорошо. House Today. Он завален, да? Да, House Today мы не посмотрим. Ну, пойдем на экспозицию. В принципе, мы там жили, поэтому я думаю, мы там все знаем. Ну, посмотрим, что там-то как. Ну, ты пересрал, когда он заговорил неожиданно. Технология 3S – это три кита выживания в ядерной катастрофе. Спокойствие, сталь и санитария. Да, спокойствие, сталь и санитария. А подожди ты. Чё тут-то? Спите спокойно, зная, что наши суперпрочные двери выдерживают прямое попадание атомной бомбы с проектной вероятностью отказа всего 2%. Да, успокаивающе. 2%. Под землей вам грустно? Улыбнитесь. Наша система освещения «Домашнее солнце» имитирует ощущение от солнечных лучей с минимальной вероятностью обгорания. Прекрасно. Кровище, правда, везде. Жилые помещения используют революционную систему автоочистки «Полосос». Незаменима для семей с маленькими детьми. Забудьте о вениках. Полосос. Прикольно. Пиво. Да, пивандри, эта бутылка сохранилась. Матери по достоинству оценят нашу кухонную систему Кулинар 3000. Ням-ням, даже здесь пахнет булочками. Да. Прям экскурсия настоящая. Так, посмотрим, что тут. Вам скучно? Взбодритесь.
В нашем салоне «Веселотрон» найдется все для самых разных вкусов. От новейших голофильмов до классических симфоний. Еще одна новинка от «Волтек». Прекрасно. Идем дальше. Беспокоит безопасность? Наши видеокамеры Super Glass позволяют смотрителю убежища видеть вас в любой момент. Забудьте об одиночестве. Да, это я вышел там же, где и заходил. Если все-таки ядерная война случится, вы можете быть спокойны. В убежище от Волтек вашей семье ничто не угрожает. Нет, это в другом месте вышел. Надеемся, вам понравилась экскурсия. Еще больше информации можно найти в брошюрах, которые раздают наши гиды. Да. А, ну вот это я вышел, вот самолет. Ой. А это другое помещение, да? Прикольно. Ух ты. Подожди. Я еще там, по-моему, не все обследовал. А, это получается я поднялся. Все, я получается вот там зашел. Там, получается, я обошел. И здесь все понято. Пошли. Так, тут аккуратненько двигаемся. Мало ли. Давай прочитаем. Модель прототипа транспортного вертолета, разрабатываемого в настоящее время для вооруженных сил США. 15B02. 15 же, да. Винтокрыл. Представляет собой СВВП. Самолет с вертикальным взлетом и посадкой, отвечающим исключительно прочным бронефюзеляжем и вооруженный разнообразным оружием и оборонительными системами. Это самая современная машина в своем классе. ВВС надеются поставить ее на вооружение к 2085 году. Ну, понято. Да. Точнее, все, что от нее осталось. Прям, прям неплохой такой музей. Так, сесть ко мне. Тут что у нас? Ну, это все то же самое. Выставка летательных аппаратов. Здесь это, здесь тоже был где-то терминал, какую-то фигню открываю. Во, 02. Удачи. Ошибка. Блин. Что, серьезно, что ли, и все? Никак не открою теперь. Ну, блин. Или заново его надо будет сделать. Ладно, посмотрим. Тихо. Экспозитор обновляется. Спасибо за внимание. Хорошо. Подожди, я там посмотрю. Все ли я тут обследовал. Опачки. Ага. Все, идем. Блин, жалко, что этот терминал я просрал. Опа! На! На! Вот супермутанты какие вообще любознательные типы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да слышь? Отойди от меня, слышь? Впритык ко мне подошел тварюга. Ай-яй-яй-яй-яй. На тебе в кочерыжечку. На тебе еще раз. Ой-ой-ой. Так, что у меня какие патроны остались? Оружие. Так, обреза нет. Револьвера нет. Револьвера нет. Снайперской винтовки нет. Серьезно? У меня кроме автомата китайского ни херашечки нет. Да ты сдохнешь, нет? Фуф. Вот это ребята, конечно, понатворили делов. Да. Ну хоть патроны взял для винтовки маленько. Охотничье ружье. Ладно, живем. Так, это какая-то ракета, да? Кто-то еще ходит. А, ракета Дельта-9, подарена музею управлением по исследованию космического пространства США с разрешения Департамента антикварных ценностей. Понято. Так, информация о ракете Дельта была разработана в 2020 году. Так. Угу. Ну, понятно. Это, короче, альтернативная история. Показ командного отсека. Не, мы свет нигде, пока силового отсека. Мы нигде свет... Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ну я извиняюсь. Это то же самое, да? Да. Они еще и разговаривают, нифига себе. Прикольно. Ты откуда там шмаляешь, слышь?
Друг! Ты где меня там увидел? Я экспозицию вообще-то смотрю, а ты что там мне мешаешь? Где ты там? Вот мудак. Я сейчас поднимусь тебе там. Так, бутылочная крышка, отлично. Где ты там? И где он стреляет? Заперто. Так. А, ну это я читал. Ты где стреляешь, мутузмун? Да я не прячусь, сам где-то спрятался и на меня еще орёт. Бузит там. А, вот здесь что ли бегает? Да нет. Ну и где он тогда? Ладно, пошел он в задницу. Я буду... А, вон он где, друг. Ты чё мне руку-то снес? А, придурок. Вот и все. Да, надо лечиться срочно. Так, статистика, статус. А, он ногу мне снес. Да, музей-то сложный. Вот что я не досмотрел. Так, это подлинный космический скафандр, который был на капитане Карле Белли, когда он совершал свой полет 5 мая 61 года. Капитан Белл считается первым человеком, полетевшим в космос на борту капсулы Дефиант-7, но эта честь постоянно спаривается с СССР и Китаем. Полет Дефиант продолжался 12 минут 7 секунд, капсула совершила один полет вокруг... Так, ну это вы что-то гоните, это вы прям вообще гоните. Так, терминал. Ошибка, ну да, последовательность блокирована, понято. Так, какой-то скелетос. Это подлинный скелет капитана Карла Белла, погибшего 5 мая 1961 года при жесткой посадке его космической капсулы. Капитан Белл считается первым человеком, полетевшим в космос на борту капсулы. Ну, понятно. Что там в конце написано? Капсула же в один виток, ага. Понятно. Так. Патроны, муравьиное мясо, хорошо. Лечимся. Помощь. Муравьиное мясо пошло. Мясо кротокрыса, рот таракана. Так, я это... Ядерку выпиваем. Так, сопротивление радиации мне не поможет. Мед-Х, сопротивление урона, грязная вода. Винт, пафаут. Во, антирадин. Все, молодец. Антирадинчиком закинулись. Так, а это кто? Это необычный факт был возвращен с поверхности Луны впоследствии последней пилотируемой лунной экспедиции в 52 году. Он был доставлен на Луну старым луноходом VNL-12 серии Вирга 3 14 ноября 1969 года. Отличная сохранность экспоната обусловлена его конструкцией. Он создан из специального материала, способного удерживать тяжелые условия космоса. Хорошечно. Так, давайте я сохранюсь. А то мало ли какой-нибудь мудак на меня нападет и все. И убьет, а патронов мало. Ищем тарелку ради Тридогнайта. Точнее, ради своего бати. Так, и куда мы попали? Так, ой! Вот хорошечно прилетело. Хорошо. Во, разлетелось-то. Ой, еще один. Так, а вот этот вот жирный. Блин, в меня там хорошо бы прилетали патрончики. У него там что-нибудь отнимается вообще, нет? Да, трудненько его будет мне сейчас мочить. Так, что мы сделаем? Давай противопехотную мину поставим. Вот здесь вот. Если пойдет сюда, сможем его, так сказать, тут поймать. Чего у меня еще есть? Ха-ха, у меня, по-моему, уже ничего и нету, да? Ну, давай еще сюда поставлю. И вот сюда поставлю. Может, как... Отлично! Ха-ха-ха-ха! Эй, дурак, иди сюда!
Дурачок. Ой, идет. Я тут. Ну давай. Иди сюда. Отлично. Ха-ха-ха-ха. Ой, блин, а ну ты что, серьезно что ли? Одна пукалка осталась. Блин. Чем бы его огреть? А, китайским автоматом, ну хорошо. Ногу оторвало ему. Так, шумовая винтовка, патроны. Все, забрали. Эх, много, правда, гранат, конечно, на него потратило. Точнее, противопехотных мин, но они того стоят. Они того точно стоят. Так, тут что? Билеты, понято. Так, это кто такие? Этой витрине выставлены боевые награды американских ВВС времен Второй мировой войны. Слева направо и сверху вниз медаль почета, крест за выдающуюся службу, медаль «Серебряная звезда», крест за летные заслуги, морской крест, авиационная медаль, бронзовая звезда и пурпурное сердце. Хорошо. Так, это луноход какой-то, да? 16 июля 1969 года луноход Виллиант 11 серии Вирга-2 стал первым в истории пилотируемым космическим аппаратом, совершившим посадку на Луне. Экипаж Виллиант-12 входили капитан Ричард Уэйт, капитан Марк Гаррис и капитан Майк Хаген, военные космические силы США. Мы снимаем шляпу перед храбростью и благородством этих людей, которые впервые ступили на поверхность чужой человека планеты. Ну, вообще-то спутника Земли, а не планеты. Ну да ладно. Так, самолетик. Это что у нас? Это не то. А вот друг валяется. Так, мясо, мяско, патроны, хорошо. Так, тут у нас что? Ага, терминал. Так, тут, наверное, тоже какая-то есть последовательность. Нет, нету тут. А, ключ, отлично. Пистолет. Все, забрали. Так, там я никуда не пройду. Я же правильно сюда забрался? Так, чудо клея этот еще, как она называется, металлолом. Потому что металлолом этому нужен, моему другу из мегатонны. Как его зовут-то? Лоуд или как его? Он мне там крышки за него барыжит. Чудо клей. Нет, чудо клей не нужен. Ага. А вот и ключик. Так я ж тут был. Да? Ну да. Так, а как пройти? Или я теперь могу какие-то срезы там пооткрывать? Сейчас проверим. Ой. Так, этих я тут ухайдокал. Так, ну там, по-моему, пройти нигде нельзя было. Уж куда дверь пропустил. Так, по амузеям, так сказать. Пока хожу, брожу. Так, вот там нет ничего. Так, охотничье ружье, это попонято. Так, а куда идти-то? Не пойму пока. Сейчас по карте еще посмотрим. Помощь, информация, карта местности. А, вот куда-то в центре, серьезно. Видимо, где-то не заметил проход какой-то. Так, тут я читал. Ага, читал медали. Где-то здесь. А, вот сюда, что ли? Точно. Так, а это куда? Вантус. Ага. Эту я видел комнатку вот оттуда. Так, что-то бутылка из-под виски. Ага, вот и сейф. Блин. Ну, ё-моё. Не могу взломать. Требуется навык большой. А у меня пока с этим беда. Ладно, если вдруг будем проходить, может, когда-нибудь зайдем сюда. Взломаем. Так, а вот мы с тобой в главном зале. Сохранюсь-ка я, а то что-то попахивает какой-то подставой. Это планетарий, да, по-моему, какой-то? С тех пор, как возникло человечество... Оно было охвачено ненасытной жаждой знаний о Вселенной.
Чтобы понять, почему людей так влечет океан неизвестного вокруг нашего. Да блин, я на выставку пришел вообще-то. Тихо, тихо, тихо. Ох, еле как успел. Ну давай, так, а где у меня там сопротивление этому? Сопротивление урону плюс 25, давай его вхерачивай. Стимулятор 1, стимулятор 2, стимулятор 3. И нету стимулятора, все. Человечество, оно было охвачено ненасытной жаждой знаний о Вселенной. Чтобы понять, почему людей... Так. Чё бы вкачнуть? Науку там, по-моему, нужно... взлом. 50, по-моему, там аж нужно, да, по-моему? И наука, по-моему, там нужно что-то там 50, что ли? А у меня 19 всего очков. Взлом. Давай взлом до 50 хотя бы качнем. И наука. Вот так вот. Далее. Так, и какие навыки выбрать? Так, что у меня тут есть? Стальной кулак, прихвост понимания, вечное дитя, фанатик оружия. Легкое оружие или... Ну так, папенник, сынок. Наука и медицина. Так, что бы выбрать-то? Да книжки читать. Давайте, наверное, я не знаю. Можно, конечно, дуэлист выбрать, чтобы этот режим ВАЦ у нас работал более лучше. Но я как-то им пока сейчас мало им пользуюсь. Вот я думаю, папенький сынок можешь взять. Вы получаете дополнительные 5 очков к навыкам наука и медицина. Хотя не знаю. Не, давай возьмем, потому что медицина отвечает за этот у меня. Чтобы вот эти стимуляторы больше здоровья прибавляли. Давай возьмем его. Тут какая-то скучная у них. Доска с гвоздями, блин. Мы издеваешься. Так, патрон, собачье мясо, хорошо. Так, давай обратно вернемся, я хочу посмотреть, может я там взломать смогу этот сейф. У меня все-таки 50 теперь. Сейчас проверим. Может не зря все-таки его качну. Или надо было науку качать. Турели, блин, ну это 50. Ну-ка, здесь 50. А, это ключ надо, а тут надо 50, блин. Ну елки-палки. Ну ладно, зато взламывать замки теперь могу сильные. Можем туда вернуться, где мы семью там в этой не смогли взломать. Так, посмотрим. Да-да-да-да-да, вот уроды, а. Я, конечно, понимаю, они тоже любят там науку, чё, кого, но, блин, не так же, как какие-то самолеты валяются. Бутылка виски. Так, дальний космос. Факт номер один. Планета Юпитер в 1000 раз больше Земли. Хорошо. Факт номер два. Внешние свои Солнца испытывают дифференциальное вращение. Если экватор совершает оборот за 25,4 дня, то области близ полюсов за 36 дней. Факт номер три. Нейронная звезда обладает невероятной плотностью. В действительности она весит триллион раз больше, чем свинец. Это значит, что кусочек нейтронной звезды размером с булавочную головку весит как большое здание. Ну да. Факт номер 4. Солнце ежесекундно теряет почти 4 миллиона тонны массы, превращая водород в энергию. Это составляет порядка 340 биллионов тонн в день. Понятно. Факт номер 5. Если мы бы послали сообщение кому-нибудь с планеты, принадлежащей... к ближайшей к нам Солнечной системе Альфа Центавра, которая находится в 4,4 световых лет от нас, то мы бы ждали ответа 8,8 лет. Ну, световых, наверное, имеется в виду. Факт номер 6. Существует около 175 миллионов галактик, доступных для наблюдения Вселенной. Небольшие с 10 миллионами звезд, а гигантские с триллионами звезд, и все вращаются вокруг общего центра масс. Да. 7. Если бы можно было собрать воедино все частицы, что составляют кольца Сатурна, получилась бы сфера диаметром около 120 миль.
Так, и факт номер 8. Марсианский вулкан Олимпиус Монт самый большой из известных в Солнечной системе. Его диаметр 370 миль, 595 километров, а высота 15 миль, 24 километра. Он в 3 раза выше горы Эверест. Да, хороший такой вулкан. Так, дальний космос, это все факт, понятно. Это то же самое, хорошо. Так, что тут еще есть? Грибы. Так, ну грибы он не берет. У меня вот патронов мало и нету здоровья совершенно. Вот это, конечно, плохо. А, это я вернулся обратно, серьезно. Так, и что я открыл? Я ж, получается, не зря тут хожу. Брожу по этому музею уже сколько времени. Так, с тех пор, как человечество, все дела. Так, куда теперь-то? Ну так и показываю, куда-то мне в центр идти. Только я понять могу, что я там открыл. Чтобы понять, почему людей так влечет океан неизвестно. А ему как-то можно отключить, нет? Так, а других выходов тут нет, да? А, вон дверь. Понято. Взлом 75, серьезно. Квантовая ядеркова. Пусто. Так, тут что у нас терминал? Запись. Так, наша следующая группа долокализовала Белл. Какая-то инфекция удалена. Запись. Космодрому. Так, Белл. Запись. Ниже краткий список новых поступлений, получаемых нами в 78 году. Ага, силовая броня, лазерный пистолет, смотри-ка, сверхзвуковой авиалайнер. Прикольно. Так, и что тут еще? А, это она сломалась, да? Понятно, поэтому она сейчас заклинивала у нас. О, хотя бы здоровье взяли. Давай ее взломаем. Бодис. Нет. Касино. Нет. Ариве. Нет. Давай еще раз. А, что там? Риггер. Нет. Ладжер. Нет. Рокет. Нет. Давай еще раз. Так, я же хакер еще батл. Нет. Мастер. Нет. Ластед. Блин, почти угадал. Но у меня последняя попытка осталась. Давай еще раз. Винних. Сетл. Бохер. Да ё-моё. Я тебя взломаю, я сказал. Фламес. Войсис. Трекс. Да ты ё-моё. Какое же слово-то? Формер. Фог. Да ты издеваешься надо мной, что ли? Все никак не могу угадать. Ну, сеттл. Ну, литл нет. Ластед. Ластед, смотри, почти подходит. Листен. Листен нет. Вастес. Блин, не то. Подожди. Ластед, да, у меня почти 5 из 6. Значит, такое же слово, только не ластес. Литвес. Нет. Постед. Локас. Нет. Ботл. Блин, а какое тогда? Я тут не вижу такого. Лифтед. Ластед. Лифтед. Блин. Последняя попытка же осталась. Ё-моё, а. Почти угадал. Нет. Такинг. Они меняются каждый раз, понятно. Да магия, нифига. Давай еще раз. Ну ё-моё, а. Как, какой еще? Бунгл. Бартер. Да ё-моё. Что за слово-то там за такое? Мелтед. Листед. Вот опять. Листед. 5 из 6. Значит, какое слово? Так, листед. Беттер. Ментал. Нет. Резку. Тестед. Ну там два получается неправильных. Джустин, нет. Листен. Вот оно. Да?
Да как так-то? Тастес. Такое, что ли? Ну, блин. Чё, всё? Да ё-моё, ты издеваешься? Твою ж мать, а. Да сяду. Нашу планету. Мы отправляемся. Куда идти-то опять? С тех пор, как там я все сделал. Оно было охвачено ненасытно. Хрен поймешь, блин. Супермутанты еще и дебилы. Так. Че тут не сделал? Ну где-то здесь в ракету, что ли, садится? В ракете я не улечу никуда. Куда-то вниз показывает. Не знаю. Так, как задание-то? Добыть тарелку с лунохода. Понятно, мне надо в этот попасть, в зал, где луноходы. Мы посмотрим, где-то может быть это еще дверь какая-то заблокирована. Не, ну не может уже такого быть, что я терминал просрал, и все, и теперь никуда не попаду. Это же бред. Просто как-то тут карта сделана, я ни хрена не понять не могу, куда идти. Но буду дальше музей обыскивать, ладно. Так уж и быть. Так, это получается с другой стороны маленько вышел, понято. Мед-Икс, действие закончилось, отпустило, хорошо. А, вот обратно, серьезно пришел здесь. Сядьте поудобнее и приготовьтесь покинуть... Да сяду поудобнее, может сюда куда-то бы не прошел. Точно. Все. Так куда идти-то? Ничего не понимаю. Куда идти? Так, это я там был, все понятно. Заблудился в музее в этом проклятущем. Может подожди, может этому по самолету надо как-то пройти куда-нибудь? Да не, это бред. Там я был. Там мне тоже туда не надо. Это я к тарелкам вышел. Блин. И что делать? Куда мне направляться? Ну не в ракету же, правда, идти? Куда идти-то, правда? Так, здесь у меня ничего нет. Тут только этот друг валяется. Друг, не друг. Так. Что-то я по кругу хожу. И не понимаю, как мне отсюда выйти. Этого я друга убил. Ухайдокал. Этого я тоже тут непонятно, куда идти. Так, здесь я. Здесь, получается, я везде уже был. Блин, куда идти-то, правда? Где-то какая-то дверь, я так понимаю, заныкана. Которую я в упор не вижу и прохожу ее, наверное, в сотый раз уже. Где вот она заныкана? Где вот приныкано все это? А, может быть, она вот здесь вот? Да это ж не луноход же, это ракета. Кексы. Кексы возьму. Ну я так, мало ли. Раздражает, когда не знаешь, куда идти, блин, и ходишь как дурак. Туды-сюды. Чего сделать надо, хрен поймешь. Сколько вот я еще так буду бродить, ходить? Не знаю. Тут ничего не активируется. Эй, блин, как я пройти-то, я ничего понять не могу. Ну тут я все уже обыскал. Артриум какой-то.
И чё, получается, нахрена я тогда сюда заходил? Чё, обратно, что ли, идти? Зачем тут-то я, получается, добился тут? Жопу рвал. Ну, пойдем обратно, так я не знаю, я что делать. Как тут проходить? Что творить? Оно было охвачено ненасытной жаждой знаний о Вселенной. Ну да, это я понял. Почему людей так влечет океан? Я взял ключ какой-то, может быть, и с ключом это дело. Пошли наверх и выйдем отсюда. Не знаю, не пойму я. Это я обратно возвращаюсь, я понял. Не, он мне показывает туда идти. Это я убежище прошерстил. Блин, а да, ты серьезно, что ли? Серьезно. Так. Да не могу я этот маг. Как сюда попасть-то? И куда, самое интересное? Я ничего понять не могу. Куда он меня направляет-то? Уже все тут этажи обрыскал. Не знаю, куда уже мне идти. Он меня направляет куда-то. Ну вот, я захожу сюда. Допустим. Что-то открыть надо. Так, информационная. Какие-то унитазы. Вот унитазы мне сейчас вообще ни к чему. Какая-то всякая хрень. Так, ну давай еще смотреть. Показывает, что где-то вот прямо вот здесь. А, вот тарелка. Ё-моё, вот она, да? А, на вид тарелка лунохода Вирга 2 снимается легко и просто. Так, снять тарелку. Наконец-таки, блин, а вот я тут протупил. Ой, выполни, добыть тарелку с лунохода, понято. Так, и что теперь? А, теперь её установить на монументе, понятно. Ой. Ладно, обыскали музей, проходили, теперь пошли тарелку устанавливать. Я, блин, в упор не видел этот долбанный луноход. Я почему-то думал... Короче, я думал, он будет как наш советский луноход будет выглядеть, а он оказался. Вот такая бандурища стояла. Понято. Так, теперь выход найдем. То есть, сколько я раз-то мимо этого лунохода-то прошел раз? Наверное, раз 500? Да? Наверное, раз 500. А там, наверное, бомбануло у кого-нибудь. Да и у меня самого бы бомбануло бы. Так, это я на выход, да, иду? Да, на выход, все правильно. Ну, пойдем. Помогать нашему Тридогнайту. Так, там кто-то ходит, что ли? А между тем уже ночь наступила. Так, супермутантов тут просто тьма темнущая вроде. А у меня патронов просто нихерашечки. Станция музей. Ага, это вот на вот эту вышку монумента ставить, понято. Она, кстати, в заставке была в самом начале игры. Вот эта вот вышка. Попробуем по стелсу тут ходить. Ну, потому что патронов нет. Патроны у нас только для экстра случая. Так, где у меня этот стелбойс? Так, снаряжение. Вот, стелбойс. Скрытность плюс 100, стелс 75. Попробуем как-то так ходить. Ну, потому что иначе нам капец. Где он эту, правда, тарелку себе запихал? Я не знаю. Так, а тут что такое? Похоже на какую-то стоянку мутантов. Так, бутылочную крышку берем. Положим патроны, кстати. Но у меня такого оружия нету. До сих пор этого магнума. Капец, вот они, конечно. Человеколюбы. О, гранатки, отлично. Ты кто такой? Ага.
обитатель какой-то пустоши наобитался уже. Ну, идем далее. Идем далее. Стопы. Ой, какой он жирный-то. Чувак. Что интересно тут делать? Они же как-то разговаривают, у них какая-то фракция. Они прямо, ну, проявляют какие-то навыки, я не знаю, там, социальности. Но я видел только супербестии. Они, интересно, как они, только мужского пола или из женского? Непонятно. Так бы их, конечно, поизучать, этих супермутантов. Наверное же кто-то есть, кто их тут изучает. Я бы изучал бы. Правда, это опасно. Просто они такие зеленые, шреки жирные вообще. И почему-то все агрессивные. Чего я им плохого сделал? Ну, хожу, я тут свои дела занимаюсь. Живите вы свою здесь. Можешь там торговать друг с другом. Я не знаю. О, это рыцарь, отлично. Это уже наши тут. А я-то думал, тут прямо все злые будут. Так, мы нашли монумент Вашингтона. Хорошо. Ну вот. Проваливай, чужак. Проваливай, чужак. Да что такие злые-то? Так, открыть. А, вот так легко, да? Проваливай, да, я открываю. За контроль над поселком по имени Кентербери. Одному из этих идиотов помогают роботы, а на другой стороне сражаются жуки-мутанты. Изо дня в день повторяется одна и та же идиотская сцена. Но силы равны, и никто не может победить. Так что если ваши дела занесут вас в Кентербери, будьте начеку и держите ствол наготове. Спасибо за внимание. Кентербери, это, по-моему, у меня есть даже задание такое. Ну-ка, сейчас подожди. Карта мира. Где-то я видел такое Кентербери. Да, вот она, община. Там, наверное, задание как раз таки и будет, которое он сейчас говорил. Понято. Так, монумент. Я надеюсь, тут-то врагов не будет. У вас, хотите сказать, еще лифт работает? Серьезно? Точно. Прям по высшему всю уровню. А куда едем? А, тут просто автоматически сразу наверх. Да, но лифт-то такой страшноватенький. Так, подожди, оружие, давай. Подожди, оружие. Прикольно. В неизвестность, да, едем. Все, приехали. А, тут даже так. Так, ретранслятор. А вы нашли ретранслятор радио новости галактики. Так, пока ничего не делать, подожди, да, я его пока посмотрю. Что тут есть? А то ищешь ты сразу. О, поспать можно. Металлический шлем. Патроны. Вот патроны нужны, шлем нужен. Тут кто-то жил даже, похоже на то. Я думал, тут вид будет красивый, а тут какая-то просто унылая серая застройка. И больше нифига. Так, бутылка виски. Это обратно. Ну, давай. Да. Вы получили карму. Радиостанция новости галактики, сигнал обнаружен. Все, что ли? Эгей! Нифига там окопы вырыты. Просто гигантские окопы. Ну и чё? Теперь сигнал радиостанции новости галактики вещает в полную силу. Ну, понято. Но внизу ничего интересного. Понятно. Эй, все, давай обратно. Ну, поехали. Эх. А там текстуры, да, не прогрузились. Или просто не нарисовали. Мне, блин, надо было поспать там наверху, на самом деле, чтобы здоровье полностью восстановить. Заряд бодрости получить. Что-то я не подумал. Все. Покедово. Активное радио.
Ребята, ну все починю, все работает, все нормально, все красава. Так, карта мира. Так, мне теперь опять топать до 3, до Гнайта. Я предлагаю, в связи с тем, что я по музею долго бегал, ходил, на обратном пути нам ничего интересного не встретится, поэтому давайте я быстрый переход сделаю до здания. Сдадим квест, и на этом программа... Ой, я думал, они опять ожили. Можно будет закончить. Давай, открывай. Дверь открыта. Перестань надоедать мне, ладно? Ни хрена вы такие, ну. Загуляли. Дверь открыта. Кто уж знает. Уж постоянно там закрываете ее. Чем я могу помочь тебе, чужак? Может кто-нибудь в цитадели научить меня носить силовую броню? Это хороший навык. Паладин Ганни может обучить тебя, но сначала надо будет получить разрешение старейшины Лайнса. Скорее всего, он около лаборатории. Да прибудет с тобой сталь. Отлично, а то у меня силовая-то броня есть, а носить я ее не умею. Навык нужен, говорят. Ну где ты там, три догнашка, иди сюда. Я все тебе поставил. Где ты? А, вон ты ходишь. Эй, ух ты! Возвращение блудного героя! Я просто делаю то, что нужно. И отлично делаешь. Теперь голос новостей галактики снова разносится по столичной пустоши. Эдему с мутантами теперь придется нелегко. Но пока я не запустил программу, наверняка тебе захочется узнать об отце. Ну, собственно говоря, ради этого все и затеялось. Так. Куда он пошел, отец? Когда твой папа был в этих местах, мы с ним немало говорили. Он тот еще перец. Он все говорил про какую-то научную мумбо-юмбу, в которой я ни черта не понял. Какой-то проект «Чистота». Еще он сказал, что навестит доктора Ли в Ривет-Сити, а потом ушел и очень спешил. Так, Ривет-Сити это где? Не знаешь, где Ривет-Сити? Вау. Просто вау. Ну... Кучка ребят собралась вместе и превратила заброшенный авианосец в город. Круто, да? Просто иди по реке на юг отсюда. Ты его точно не пропустишь. Так, ну отлично. Выполнили этот квест. Так, ну и как идут дела после обещания установлено? Я даже сказать тебе не могу, как меня любят на пустоши. С тех пор, как новости галактики снова запели, ребята снизу говорят, что нас слушает все больше людей. Это все, чего я хотел от жизни. Ну, молодец, я тебя поздравляю. Понадобится местечко, чтобы отсидеться. Залетай. С удовольствием впишем. Хе-хе. Да, зашибись. Помогли, короче, чуваку. Узнали, где папанька. Папанька у нас ушел в Ривет-Сити. Я видел на карте, где Ривет-Сити. Это, по-моему... Вот аж вон аж где. Да, охренеть, как далеко топать. Но, учитывая, что у меня нету ни херашечки патронов, ружбайки и делов, скорее всего, сейчас я в следующий раз сюда не пойду. Я пойду либо вот это делать, помочь Молли главу номер 2 написать, там обзаведемся какими-нибудь новыми способностями. Каким еще квесты местные повыполняем, потому что пока далековато, я думаю, идти мне сюда. Ну и все-таки надо быть более заточенным сюда идти. Может быть, сходим еще куда-нибудь. Вот здесь вот тайник Гамильтона, который я недообрыскал. Все-таки нужны какие-то нам патроны, не знаю, ружбайки, костюмы, ну и прочие ништяки. Ну а на сегодня все. Давайте я буду смотреть на 3 Догнайта. Да, вот он от меня как раз таки уходит. И на этом заканчивать. Сохраняюсь. Все, всем спасибо, с вами был Чердак. Кажется, Норбу. На светлой стороне стал одним бойцом больше. Да, я бы был бы очень рад, если бы у вас на моем канале бы стало бы еще больше. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, буду очень благодарен и рад. С вами был Чердак Норбу и пока-пока, до скорых встреч.